Добрый день, с вами Ольга Придухина, врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики. Хотелось бы продолжить серию наших видео с экспертом в области лечения и диагностики вен, варикозного расширения вен нижних конечностей, врачом-сосудистым хирургом, флебологом, кандидатом медицинских наук Абасовым Максимом. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Все-таки вот часто приходят женщины с болью в ногах. Вот вы, как эксперт в этой области, скажите, пожалуйста, нам основные симптомы, когда женщина может понять, что это именно проблема с венами. Вот есть ведь такие симптомы, что мы можем понять, что именно болит нога, связанная с расширением, варикозным расширением вен. Да, кстати, вот именно беременных женщин, вот жалобы беременных, да, они как-то даже похожи именно у пациентов, которые не беременны, просто с варикозной болезнью нижних конечностей. Это что у них, какие жалобы в основном частые? Это тяжесть в ногах, это отеки нижних конечностей, это судороги в нижних конечностях. Ну, пока все это подходит, да, под описание. Конечно, беременных конечно. Женщин практически все на это жалуются. Конечно. Да? А уже бывает видно расширенные вены, бывают сначала какие-то, может, мелкие, потом бывают прям варикозные такие прям грозди уже подкожной венозной системы, кто-то обращает на это внимание. Кто-то жалуется на боли, ну, конечно, боли как бы не совсем как бы для венозной системы так, бывает такая симптоматика, но при когда выраженных отеках, то это вызывает, конечно, и болевой синдром тоже. И уже когда изменяется цвет кожи уже в запущенных стадиях, если они вовремя не обратились и не лечились, там, да, он может быть белый цветокожный покров, может такая пигментация бурая там уже может быть. И уже в более поздних запущенных стадиях это вплоть до того, что трофические язвы, открытые раны уже на ногах. Ну, это уже совсем уже когда... как наши любят наш народ запустить до такой степени, а потом сказать, что-то у меня язва появилась. Не ждать до этого. И в связи с этим и как бы есть стадии, да, варикоза, как бы скажем так. Начальные стадии это тогда, ну, есть международная классификация, да, по варикозной болезни, которая принята уже, чтобы не было отличия, да, что в одной стране так, в другой так, международно есть, СИАП называется. Вот, там С0, С1 это когда вот мелкие какие-то веточки, но жалоб никаких нету. С2 это когда уже варикозные расширенные вены, вы уже видите прямо на ногах у вас эти вены. Но они могут не беспокоить, не болеть, да, но при этом это уже вторая, можно сказать, С2 стадия варикозной болезни. Вот, далее уже присоединяется отек, это уже третья стадия, когда уже плюс уже отекает нога уже. Вот, четвертая стадия, когда уже, как я говорил, кожная пигментация уже, изменение кожи, кожа уже грубая становится, твердая. Пятая стадия, это когда уже зажившая язва есть, а шестая уже, когда открытая язва на ноге, которую, к сожалению, чтобы люди, ну, пациенты наши знали, язвы, они заживают очень долго. Они бывают, что и годами приходится потом лечить. Поэтому не запустить, как бы, да, и до такой, не довести до такого состояния, когда у вас уже открытые язвы на ногах. И часто, конечно, обращаться к специалистам по этому поводу. Хорошо, ну давайте кратко подытожим. Все-таки вот симптомы, когда мы понимаем, что все-таки проблема с венами, это мы должны их увидеть визуально, да, на ноге, да, расширенную, да, вену. В основном это боль появляется. Ну, тяжесть, судороги, тяжесть могут быть, да. И изменение цвета кожи. Цветный кожный покров, это уже запущенные стадии. Я считаю, до того запускать не надо, до этого, до изменения уже кожных покровов, уже, они уже тяжело поддаются лечению. Уважаемые женщины, если вы у себя заметили одну из данных жалоб, обязательно обратитесь к сосудистому хирургу, врачу-флебологу и проконсультируйтесь, чтобы была проведена правильная диагностика и назначено правильное лечение, чтобы мы не запускали, да, в данную болезнь более тяжелую стадию. Спасибо большое, Максим, ответили очень подробно. Если у вас остались какие-то вопросы, вы хотели бы узнать на них ответы, пишите под комментариями к этому видео, подписывайтесь на канал и группу Максима, врача, еще раз, эксперта в области лечения и диагностики варикозного расширения вен, кандидата медицинских наук, врача-флеболога, сосудистого хирурга. И на мою группу Ольга Придухина, врач-акушер-гинеколог. И задавайте нам свои вопросы, пишите комментарии. Всем спасибо, до свидания.